Привет! Вы на канале Макс и его командой. Всем привет, друзья! Мы сегодня решили продолжить тему конструкторов с лубом, которые вот такие вот. В преддверии 23 февраля мы решили собрать вот такой вот военный самолет. Мы надеемся, это видео будет очень интересно. Распаковываем. Давай, откроем, посмотрим, что нас ждет внутри. Как обычно, в пакетике. Все в пакетике, да? В этом конструкторе 42 детальки. То есть достаточно такое немаленькое количество. Позволь мне, я открою. Вот так вот открываем и аккуратненько все высыпать. Замечательно. Ну что, друзья, как мы и говорили раньше, про конструкторы с лубом, они достаточно хорошего качества. Собраны они из хорошего пластика. Все очень приятное на ощупь. И классные инструкции у них на обратной стороне коробки. По ним удобно все собирать. Поэтому давайте сейчас попробуем собрать самолетик. Все вместе. А я Максу помогу немножко. С чего начинаем, Макс? Вот с первого этапа Длинную. Потом смотри, на нее ставится вот такая. Потом вот такая. Во! Получается основание. И... Так. Дальше крылышки надо собрать. Берем вот такие крылышки. Можно я попробую собрать? Я еще ни разу не собирал этот конструктор. Друзья, и это правда очень интересно. Несмотря на то, что это вроде бы детская игрушечка, а поскольку сегодня мы собираем самолетик, вот военный самолетик, то это вообще очень интересно. Мы должны крепиться вот сюда и сюда. Вот такие вот две части получились. Их надо между собой соединить. Мы их соединяем между собой крылышками. Прицепляю вторую. Я пока буду смотреть, что у нас следующий пойдет. Вот. Почти что получилось. Ну да, уже вот видно заготовочка самолета. Нет. Вот так. Длинная. А потом короткая ставь. Так. Молодец. Сейчас вот такие крылышки мы приделываем. Пинк. Давай, ты приделывай. Пич пинк. Да, думаю, на заводах авиационных самолеты тоже не быстро собирают. Угу. Наука. Давай все-таки крылья прикрепим правильно. Вот таким вот образом. А потом идут вот такие черненькие полосочки. Давай, ставь, Макс, крепи. Я пока буду изучать инструкцию, что у нас пойдет следующим. А следующим у нас пойдут вот такие вот. Я думал, гораздо самолетики, они вот такие вот такие турбинки пойдут. Как же самолет без турбин? Да. И мы прицепляем точно так же, как описано в инструкции, вот сюда. Чик. Чпыньк. И чпыньк. Это две турбины. Чик и чпыньк. Наши друзья. Все, уже получился похоже на самолетик у нас. Надо прикрепить вот кабину сюда. А эта штучка у нас будет вот здесь, смотри. Вот так вот она будет крепиться. Вот. Дальше есть у него ответная часть. Вот. Заглушечка. Вот так. Смотрите, прям самолетик. А это ставим сюда, закрываем вот эту часть. Опа. И тем самым еще и скрепляем все наши детальки вместе. Переворачиваем самолетик. Давай сюда. Смотри, здесь есть такие вот углубления. Это пулемет его. Давай ставим. Друзья, на самом деле самолетик собирать оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Теперь вот сюда вот эти штучки. Давай, крепи крылышки. И они будут у нас вот так вот двигать. Ух ты, они еще и двигаются у нас. Ну что, мы с тобой почти собрали самолетик. И последняя деталь. Давай. Ух ты. Смотрите, ребята, как у него классно регулируются задние крылышки. Просто здорово. Можно выставить любой угол. Сегодня мы собирали конструктор. Конструктор с лубом, который недорогой, но при этом очень классный, очень здоровский, очень интересно его собирать. Слушай, Макс, я впервые вижу самолетик вообще у Слубана. И я. Ну, он мне прям понравился. И мне. Сейчас мой самолетик разгонится. Вот так он взлетает.
в этот дружественный самолетик, он только хорошие дела делает. Ну что, Макс, ты собрал сегодня и дал мне возможность пособирать еще один конструктор с лубом. Это замечательный вот такой военный самолетик. Тебе самому понравился этот конструктор? Да. По-моему, это все-таки истребитель, да? Ну да. Но у нас он будет выполнять исключительно мирные задачи. В спасательных операциях будет принимать участие. Будет искать, где кто попал в беду, и помогать им. Когда он увидел что-то внизу, то он сразу вот так вот летит и тормозит вот так. Это он так взлетает? А садиться он как будет? А он садиться будет вот так. Друзья, ну что сказать, хороший конструктор, приятные детальки у него, хорошо скреплен, нигде ничего не люфтит, ничего не болтается у него. У него все очень здорово сделано, как у стоящего военного самолетика. Вот смотрите, как он выглядит. Такие вот у него турбины сзади. Друзья, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Макс и его команда. И всем пока!